Дамы и господа, этот поединок ожидают все любители смешанных единоборств. И OpenFC Fight Riot представляет вам соглавное событие вечера. Трехраундный бой в легком весе. Поединок двух непобежденных бойцов. Ваше внимание на экран. Всех приветствую, мне 22 года, меня зовут Иван Данилов, я представляю бойцовский клуб «Волжский воин». Здравствуйте, я из города Старый Оскол, представляю клуб имени святого князя Александра Невского. А моя подготовка проходила в Махачкале, в клубе «Black Shark». Первый этап я начал проходить дома, набирать форму, а потом мы уже со всей командой, потому что у Толика Токова бой, Вити Немкова бой. И мы всей командой собрались и поехали на Эльбрус. Из именитых спортсменов как таковых никого не было, но мне особо и это не нужно было. Наша команда была там и так достаточно именитых спортсменов. Я считаю, что фаворитом является Дмитрий Ионин, но вот его как бы такая надменность определенная, как он себе там это представляет, напыщенность, может сыграть злую шутку. У него есть сильные стороны, у него неплохая защита от борьбы, очень хорошая ударная мощь. Также в этих аспектах, я думаю, я ему никак не уступаю. Мы провели во всех этих аспектах анализ, нашли его минусы, они у всех есть. Опасности в нем я не вижу ни в каких аспектах, ни в стойке, ни в борьбе. Парень вроде бы с характером, идет вперед, бьет, ну бить может. Все мы увидим в бою, закроется октагон и останемся только мы с ним. Он в каждых своих 5 поединках выходил андердогом и выходил победителем. А у парня 5-0. 5-0 – это достаточно внушительный рекорд. 5-0 не с простыми ребятами, а с достаточно конкурентной оппозицией. Я не знаю, что он может просто предъявить. Чем он может меня удивить, я бы так сказал. Я выполню четко свой план на бой, и никакие слова меня никак из себя не выведут. Конечно, это ММА, там может быть один удар все решить. Он может только на это как бы и надеяться, там какой-нибудь локи-панч. Я думаю, конечно, за бой все это покажет, но я думаю, что в стойке я найду, что ему показать интересного. Ну, я в себе уверен в своих способностях, и как бы я не думаю, что он мне может что-то предоставить. В лиге OpenFC, как и везде, амбиции побеждать, дай бог, сейчас следующий бой, забрать пояс. Но это, конечно, если будет хороший чек, надо с организациями поговорить. Опять же, зависит от соперника. Если он, допустим, за хороший чек захочет подраться с Магомедом Януславом или со Сохишолом, это на самом деле оба очень крутых, достойных парня, то мы готовы рассмотреть этот вариант. Я пока еще не знаком с воронежской публикой, но надеюсь, что найду чем их удивить и понравится. Воронеж – это замечательный город, соседи 120 километров. Мы часто сюда приезжаем с семьей, тут в Град с детьми приезжаем. Не знаю, мне очень Воронеж симпатизирует как город. Я в городе Воронеж уже был. Сам город мне вообще очень сильно нравится, вообще великолепный. Своей вот архитектурой он мне очень понравился. Вообще великолепный просто. Очень нравится. Люди тоже, мне кажется, добрые и веселые. А люди здесь отзывчивые и приветливые. Ну, можно сказать так, более приветливые, да. Добро пожаловать! В синий угол боец из Самары. Встречайте, Иван Данилов! Иван Данилов, 22-летний боец из Самары, представляет клуб «Волга Warrior». И
Его профессиональный рекорд 5 побед и 0 поражений. 4 победы добыл досрочно. Профессиональный дебют совершил в 2022 году. И вот это уже его практически за 14 месяцев пятый поединок, что вполне себе неплохо. Это довольно-таки ударный темп. По заявлениям самого Ивана Данилова и его команды, готов он рубиться в стойке. Это его, если можно так выразиться, геймплан на этот матч, на этот бой. Хочет он нам показать яркое противостояние именно на руках, на ногах, именно в стойке. Ну, посмотрим, как оно сложится. Все-таки оппонент у него весьма-весьма непростой. Это Дмитрий Ионин. Посмотрим, как оно сложится на самом деле. В красный угол приглашается боец из Старого Оскола Дмитрий Ионин. Ну и вот под эту, сами судите, насколько боевую мелодию выходит Дмитрий Ионин. 24 года, представляет клуб имени святого князя Александра Невского. Старый Оскол, 175 сантиметров его рост, но куда более важно, профессиональный рекорд. Ни одного поражения, 4 победы. Все очень хорошо в этом смысле. Ну и отмечаем с вами, что по любителям он начал выступать в 2019 году, насколько я понимаю, да. А вот в профессионалах его первый поединок датирован 2022 годом. Сразу же с нокаута начал. Потом были раздельные победы раздельным решением, сабмишеном. Ну и последняя победа датирована 16 июля прошлого года над Мавланбеком Дамитовым. Калимовым, да. Ну и, собственно говоря, сегодня очень интересный момент. Дополню тебя, Артем. Если одна команда настроена на рубку, то другая, судя по всему, будет идти четко по геймплану и будет делать ставку на борьбу. Собственно, это и другой лагерь ожидает. В общем, всем все ясно, но интрига все равно остается. Итак, представляю вам соперников и первым бойца в синем углу. Ему 22 года, рост 175 сантиметров, вес 70,7 килограмма. Его профессиональный рекорд – 5 побед, ни одного поражения. 4 победы одержаны досрочно. Он представляет бойцовский клуб «Волга Warrior» из Самары, не знающий поражений, Иван Данилов. А вот его соперник в красном углу. Бойцу 24 года. Рост 175 сантиметров, вес 70,8 килограмма. Профессиональный рекорд 4 победы без поражений. 2 победы одержаны досрочно. Представляющий клуб Александр Невский из Старого Оскола. Так же, как и соперник, не знающий поражений, Фатан Дмитрий Ионин. Рыбель поединка Максим Протасов. Парни, внимательно слушаем мою команду и активно защищаемся на протяжении всего поединка. Руки пожали. По углам. Что ж, 24 года Ионину, 22 года его сопернику Данилову. Посмотрим, посмотрим, друзья, очень интересное противостояние. И начинается оно прямо сейчас. Да, со главное событие сегодняшнего вечера. Аккуратней, сразу же первый подсказ, который мы слышим. Для Ивана Данилова это уже четвертый поединок в Open FC. Это уже фактически такой свой боец, выращенный в этой лиге, в этом промоушене.
Знакомо на аудитории. Он пропускает сейчас слева. Ионин очень хорошо сейчас выцеливал и слева быстро зарядил свой кулак. Ну и сейчас мидл кик выбрасывает. Очень высокий темп. Мы видим, напрягают друг друга бойцы. Да, пропускает сейчас джеб Ионин. И все равно поджимает Данилова. Фронт-кик. Проверяет, да, вновь по корпусу. Данилов пробивает джеб на джеб. Встречно, да, действительно попадание было. Да, чувствуется нерв в этого противостояния. Очень жестко ребята настроены. Еще один лоу-кик и поджимает Ионин уже к клетке. Готовится к борьбе, да. И вот он, этот проход, но здесь гильотина, возможно, от Данилова. Нет. Похоже на домашнюю заготовку в исполнении Данилова. Что нужно делать, если вот такая история приключится с ним? Освобождает руку Ионин. И вот уже мы слышим подсказ со стороны угла Ионина. Смотри, чтобы не поднялся. Используй сейчас здесь все свои моменты. Грузит оппонента сейчас Дмитрий. Нужно подниматься, конечно, Ивану, но проще сказать, чем сделать. Да. Ионин грузит «Будь здоров» сейчас. Он заправляет уже одну ногу. Очень хорошо сейчас, на самом деле, пока вот ты разворачивал эту мысль, быстро Ионин как раз совершил это действие правильно. Но в то же время Данилов подвижен. Хорошо работает сейчас локтем. Попадает сейчас Ионин. Не амплитудные удары, естественно, в них нету той мощи, силы, но они всегда чреваты рассечениями, мы это прекрасно понимаем. Активная поддержка в сторону Дмитрия Ионина, слышна на трибунах. Локти от Ионина продолжаются. Продолжает продвигаться вместе с Даниловым Ионин, и этот путь он проделает, конечно же, со своим соперником. Из маунта пока выбраться дальше не получается. Но и, в принципе, в гарде Данилов тоже себя чувствует более-менее уверенно. Смотрите, контратакует. Это вот как раз разбивая старые догмы по поводу того, что позиция в гарде, она как-то невыгодна. Мы видим часто, как соперники могут быть эффективны в этой ситуации. Ну а сейчас гильотина, пожалуйста. В этой ситуации не очень приятно может себя чувствовать Ионин. Отожми голову, я тебе сказал, пусти ты эту шею. Но призывают как раз-таки Данилова отпустить шею оппонента. Он вновь пытался поверить в свою гильотину, но тейкдаун Ионина нарушает эти планы. Все-таки я солидарен с углом, конечно же, Данилова, потому что ну, не было там такого захвата и... Все-таки поверил в свою звезду. Создавай пространство. Иван. Сумбурный у нас получается первый раунд. Не дал Дмитрий Ионин поработать в стойке Данилову как следует. Да, какое-то количество времени в первом раунде бойцы провели на ногах, но Дмитрий Ионин перешел в свою стихию довольно стремительно, и здесь, конечно, у Данилова проблемы. Смотри, прорывается буквально вот в более выгодное положение, не дает, конечно же, зайти full mount. Данилов понимает, насколько это чревато. Между тем, удары начинают вот таким образом сыпаться в Данилова, и сейчас он пропускает много. Да, и вот на этой атаке завершается первый раунд. Два непобежденных бойца. Кому улыбнется удача? Ответ здесь. В октагоне Open FC Fightrion. В лиге Open FC клуб Альмунар. Альмунар. Одна страна. Одна гордость ММА.
Официальный партнер Лиги Open FC. Легальная российская букмекерская компания «Леон». Регистрируйся в мобильном приложении и получай фрибет до 25 тысяч рублей. Шишкин лес. Моя вода. Партнер Лиги Open FC. Группа компаний «Акрон Холдинг». Группа компаний «Акрон Холдинг». Сохраняя настоящее, создавать будущее. Ну что ж, подходит пауза у нас к концу. Будем наблюдать с вами сейчас второй раунд. Из интересного на взвешивание можно процитировать Александра Гурьянова, президента Лиги Open FC. Сказал он, что Дмитрий Ионин подошел и сказал, что ничего страшного, если я на взвешивании в другой футболке, а не в Open FC. На что Гурьянов, собственно говоря, отметил, что сложилась такая традиция, кто выходит в другой футболке, тот обязательно проигрывает. Вот такое неприятное напутствие, по сути дела, ну, в таком ироничном ключе он адресовал Ионину. Да, и, возможно, это послужило лишним мотиватором для Ионина, который сейчас, как мы видим, проводит очередной тейкдаун и начинает очень уверенно второй раунд. Первый, скорее всего, раунд он забрал. Ну, а вот то, что ты отмечал из команды новости, да, Данилова, о том, что они пытаются зарубиться и совершенно точно будут показывать рубку. Сколько это длилось? Ну, или, по крайней мере, попытка. 20 секунд первого раунда? Да, не более минуты уж точно. И затем у Дмитрия Ионина, конечно, получилось сделать все то, что он хотел уже практически в самом начале поединка. И вот он сейчас также будет планомерно продолжать работать в гарде, наносить удары, зарабатывать баллы. Он не стремится к какому-то досрочному финишу, по крайней мере, пока. Очень с холодной головой действует Ионин, прагматично. Все то, что некоторые такие горячие головы, ну и такие прям самые суперные, суперские фанаты не любят. Говорят, что давайте-ка бескомпромиссную рубку. Но Ионин может и то, и другое, но сейчас он выбирает то, что работает. А работает вот эта вот методичная работа в партере, против которой сейчас Данилов не знает, что делать. Выкидывал лапкики Данилов, не привели они ни к чему. Боковой контроль от Ионина, пытается выйти, может быть, на распятие. Не получается, но и в халфгарде отлично себя чувствует Ионин, но для него сейчас и вот этот фулл маунт, то, что он пробовал сделать, но сразу же переходит на рычаг локтя, возможно. Ой-ой-ой. Да, друзья мои, это очень опасная ситуация. В шаге Данилов от фиаско для себя в данной ситуации. Увеличивает давление Ионин. Но, судя по всему, не получится провести рычаг локтя. Поднимается какой, Данилов. Какой красавец в этой ситуации Данилов. Молодец. И сейчас уже он окрылен вот этим успехом своим локальным. Да, вот так вот переламывает. Возможно, переламывает раунд Данилов. Главное остаться на ногах сейчас и начинать работать локтем. Тимуру пытается придумать. Нет. Несколько ударов, да, но не хватает. Не хватает просто пространства сейчас. Классные удары сейчас в исполнении Ивана. Они явно принесут ему, возможно, принесут ему, точнее, пользу по ходу этого раунда. Но Дмитрий Ионин пока что не сдается и свой напор никуда не девает. Да, конечно же, момент был крайне напряженный для Данилова и всей его команды. Но как он с честью из него вышел. Но полно об этом. Нужно сейчас развивать успех. Вот та самая стойка, на которую делает ставки Данилов, может быть, получится. Левым боковым задел Ионин, но и сам получил ответ справа от Данилова. Продолжают бойцы подбираться друг к другу в стойке. Очень опасно сейчас было. Да, и говорят, что закислился Ионин. Видите, как бы, наверное, анализируя то, что руки он стряхивает, пытается прийти в себя. Не кажется ли тебе то же самое, что поднаелся Ионин? Как будто бы да. Скорее да, чем нет, потому как складывается сейчас ход боя в стойке. Данилов выглядит опаснее и быстрее, как будто бы.
Ну, конечно же, более активных действий ждут от Данилова, особенно в стойке. Сейчас, пора сейчас включаться ему по полной. Оу, вот это ждут от него. Удар справа по корпусу. Да, по печени. Левый зарядил Данилов. Меняет, кстати, постоянно стойки. Вновь в стойке правши находится Данилов. И вот то, что мы говорили, да, любимец публики. И пусть он не из Воронежа, но за него сегодня здесь переживают. Поджимает Ионин, но пропускает навстречу. И еще один удар по корпусу с разворота. Еще один мидл-кик. Браво. Да, вот это, друзья, содержательный раунд получился у нас. Отмечаем с вами, что в середине, в шаге от поражения был Иван Данилов, но потом, как кажется, перевел просто все. И если уж не перевернул поединок, то, по крайней мере, сохранился в игре. И я вполне допускаю, что каких-то судей сейчас Иван Данилов заставил записать себе в актив второй раунд, потому как по ущербу, по нанесенному какому-то урону в стойке, и потому как он, опять же, после перехода, выхода из борьбы себя проявил, мне кажется, он смотрелся намного интереснее и намного опаснее, чем Дмитрий Ионин. Который, казалось бы, второго раунда забрал. И чуть было досрочно не выиграл. Складывалось такое впечатление, по крайней мере. Ну что ж, Александр Загорский объявляет и напоминает нам, что третий раунд пришел, а вместе с ним интрига. Данил выбрасывает удар справа. Сразу же слева добавляет мидл-киком. Фронт-кик сдвоенный у Ионина. Пропускает сейчас. Пусть и джеб, но пропускает Ионин. Да, пошел бороться. Пошел еще бороться. Да, Данилову главное остаться на ногах. Уходит он от попытки прохода Ионина. Потому что нет уже той цепкости, нету тех взрывных скоростей. Что сейчас очень интересно действие Ионина, как он будет себя проявлять. Потому что сейчас бой идет не под его диктовку. Да, и все-таки легче выглядит в стойке Данилов, нежели Ионин. Закислился, конечно, Дмитрий. Хороший сейчас удар ногой. Удар в разрез буквально от Дмитрия. Пытался поймать апперкотом здесь. Данилов, конечно же, выцеливает. Есть ли у него на это время? Напоминаю, друзья, вы смотрите «Соглавное событие» турнира Open FC в Воронеже. Oh. И шикарный сейчас получается бэкфист в исполнении Ионина. Но на ногах Данилов. Хорошо Правый. Отвечает Данилов. И этот бой превращается, знаете, в бой на выносливость. Кто сейчас наестся больше, тот, возможно, и упустит итоговый успех, и вообще я могу даже предположить, что может закончиться все досрочно, если, конечно же, Данилов сейчас включится по полной. А есть ли на это силы? Опять же, угловые призывают Ивана Данилова начать зажимать Ионина, и который иногда теряет пространство. Вот сейчас правой прямой залетает у Данилова, идет рубиться Иван. Еще бэкфист мимо, и это прекрасное действие для Ионина. Браво! Да, здесь филигранно сработал Дмитрий. И эпизод забирает. Ну а дальше все по науке. Мы прекрасно знаем, что будет делать Ионин. Остается всего лишь каких-то 2 минуты Дмитрию Ионину продержаться на настиле. Но, опять же,
неоднозначный третий раунд, как, на мой взгляд, как и в раунд второй, может быть, где-то местами кто-то как-то по-своему может его посчитать. Опять же, я не знаю, что там в карточках у судей. Да, здесь с точки зрения судейства не все так однозначно. Мы говорим уверенно только про первый раунд. Ну, а вот что было во втором и тем более сейчас. Хорошо наносит из позиции гарда удары Данилов. И посмотри, он возвращается, он борется, и он будет в стойке искать свое счастье. Апперкот мимо. Владимир Токов, младший брат Анатолия Токова. Тоже боец из Федор Тим призывает и болеет за Дмитрия Ионина, который вместе с Федор Тим тренируется как раз таки в Старом Осколе. Ведет его по времени, и понимают они, что нужно делать Дмитрию. Ну а Данилу, конечно, нужно взрываться. Минута осталась на то, чтобы попытаться зажать Ионина. Вот тот самый взрыв как раз, да, осуществить. Остается действительно около минуты, меньше уже, друзья. Данилов идет из последних сил вперед. Ионин контрит и отвечает как может. Пускает руки Ионин. Поднимает вновь. Но, конечно, да, уже кислорода не столько. Не так много, как в первом отрезке. Меняет, по-прежнему меняет стойки Данилов. Пробует даже в этой ситуации, когда времени на исходе, удивить своего оппонента. Но сил уже, сил видно, что совсем не остается. И вот бэкфист в исполнении Ионина мимо. И мы сейчас услышим удар молоточком, потому что 10 секунд остается. Пошел вперед Данилов. И будет ли взрыв? Самый последний бэкфист. Залетает. Да, 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 подгоняют. И все. Заряжал еще один бэкфист. Ну, накидал Иван Данилов в концовке ударов. При этом, как мы можем видеть, на лице Дмитрия Ионина как будто бы и нет ущерба от слова совсем. Но на лице Ивана Данилова его найти можно. Учитываем борьбу от Ионина. И здесь, как говорится, делаем выводы уже сами. Да, все-таки очень красноречивый первый раунд, да, который, мне кажется, все, по сути, и определяет. Но, друзья, вместе с тем, давайте отметим то, что мы сейчас с вами смотрели. Главные события в этом турнире. И мне кажется, это действительно один из самых ярких боев сегодняшнего турнира. Максимально конкурентная история у нас сейчас была в клетке. Ну и остается нам только дождаться определения победителя. Уважаемые зрители, искупаем в аплодисментах обоих бойцов. Итак, по завершении главного события мы имеем раздельное решение судей. Обратимся к судейским запискам. Первый судья 29-28 Данилов. Второй судья 29-28 Ионин. И третий судья 29-28. Таким образом, раздельным решением одержал победу и остается незнающим поражений Иван! Вот это да! А думали ли вы об этом, что такое решение будет, друзья? А верил ли сам в это Иван? Сложный, как минимум, один раунд мы наблюдали. Наверное, сложный для оценки судей.
Но двое из трех судей отдали 2-1 по раундам победу Ивану Данилову, друзья. И Дмитрий Ионин покидает клетку. Но совершенно точно я уверен, что он не согласен с этим решением судей. Решение, ну, кому-то оно, безусловно, покажется спорным. Я честно думал, что будет раздельное решение, но... корпус представляет Федерация Воронежской области. К тому, что если кто-то считает из вас, судьи были на стороне Ивана, потому что судьи к нему лучше относились, это не так. Все воронежские судьи судили сегодня турнир. Поэтому решение – это их решение, оно независимое. Спасибо. Александр Гурьянов, президент Лиги Open FC, только что заявил то, что вы слышали. Ну, конечно же, в связи с этим вспоминается та речь, которую я процитировал, когда Александр Гурьянов как бы в шутку подколол Ионина, заявив о том, что не нужно снимать футболку Open FC. На самом деле, да, это была претендентская история, и я в своем прогнозе считал Данилова андердогом и думал, что предполагал то, что в этом поединке выиграет Дмитрий Ионин, но Данилов в 5 своих поединках каждый раз выходил андердогом, и сегодня он вышел и сделал свою работу на отлично. Поэтому, Данила, Иван, я думаю, ты сейчас почувствуешь вкус победы, возьмешь небольшую паузу, и мы в ближайшее время вернемся к переговорам по поводу титульного поединка. Поздравляю тебя с победой. Браво, браво. Ну и вот такое заявление от Александра Гурьянова. Главное событие. Зрители, куда вы потянулись? Впереди главный бой за титул чемпиона Лиги Open FC.